Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас небольшой обзор на ручку далекоподсачника 4-метровую от компании Flagman Squadron Pro. Это штекерная рукоять, состоящая из 4, как вы видите, колен. То есть, соответственно, вы можете сделать себе 4 длины, это 64 сантиметра, если вы оденете голову, там ловили с лодки, из-под лодки подсачивать, да, рыбку нужно, и большая длина не нужна, то есть это 64 сантиметра. Одеваете второе колено, получаете 174 сантиметра, и одеваете третье, получаете 290 сантиметров длину, и, соответственно, полная вытяжка это 4 метра. Соответственно, каждый из этих колен может использоваться как омлевая, но, естественно, краном вот так из воды ручку, рыбку подсекать не нужно и поднимать. То есть вы аккуратно заводите рыбу в голову, в подсак, сам в сетку, да, чуть обод поднимаете над водой и просто вот так вот откатываете параллельно земле, потом за обод берете и вытаскиваете рыбу. В этой ситуации у вас любая ручка прослужит просто буквально вечно. Ну, рукоять штекерная универсальная, то есть вы можете ее использовать и на карпа, и на любую белую рыбу. Вес на общей полной длине на 4 метрах 380 грамм, транспортная длина 121, и вот в этом месте я измерял диаметр комля 33 миллиметра. Снабжена вот такой вот резиновой пробочкой сверху и достаточно надежной жесткой заглушкой с мощными такими дырками для того, чтобы вентиляция была хорошая и удочка колено там не прели. Значит, у меня к вам большая просьба, нажмите вот такой пальчик вверх под видео, кто еще не знает, что это называется, поставьте лайки, да, и нажмите, пожалуйста, кнопочку подписаться, кто смотрит без подписки, поэтому вам это несложно сделать, нажать две кнопки, да, для меня это большое дело, поэтому, пожалуйста, прошу вас, сделайте это. Всего вам доброго и до новых встреч.